Отдых для 34 тысяч красноярских школьников подготовит муниципалитет. Власти города предлагают юным горожанам интересные форматы летнего досуга. Чем займутся дети и подростки в самое теплое время года, расскажет наш корреспондент Максим Лебедев. Артем, Саша, Трофим и Дима мастерят древнюю катапульту и раздумывают, как бы ее улучшить. Ребята занимаются в технопарке «Твори гора». Проводить здесь время школьники очень любят, потому что в этом месте можно и учиться, и отдыхать одновременно. Полгода, можно сказать, занимались, а потом по другим кружкам потом разошлись. Интересно то, что можно делать, что захотим. Место, где проходят такие нестандартные уроки труда, в Твори горе называют мастерской дяди Жени. Здесь делают не просто подделки, а настоящие предметы искусства. В слесарной мастерской есть все необходимое для творчества. Множество инструментов и опытный наставник, который всегда подскажет, как лучше всего воплотить яркую идею. Кроме мастерской, здесь много и других интересных кружков. Есть кабинет физики, где сложную науку можно потрогать и провести веселые эксперименты. В кабинете для самых маленьких учатся делать аппликации и даже большие картины. А в спортзале занимаются особенные дети. Их в Твори гору приходят около 80. Каждый из них может попробовать себя в паралимпийских видах спорта. Все эти ребята, как и 34 тысячи их сверстников, скоро уйдут на летние каникулы. Медиамастерская станет местом отдыха для тех школьников, которые не планируют уезжать за город. У нас будет в летнее время архитектурный проект. И в этом году мы затеваем с ребятами большое исследование, многонациональное, про то, а какие есть традиции, какие есть, так скажем, точки силы у разных национальностей, которые живут в Красноярске. Этим летом администрация города предлагает школьникам разнообразные варианты активного и увлекательного отдыха. Ребята смогут отправиться в спортивные палаточные лагеря, пришкольные площадки, походы и экспедиции. Юные экстремалы будут сплавляться по сибирским рекам, а будущие защитники Отечества поедут на военно-спортивные сборы. Улучшать здоровье детей будут на базе санаториев и курортов. Упор городские власти делают не только на места отдыха, но и на познавательные секции. Это действительно очень важное направление работы, потому что здесь отдых образовательный, отдых, дающий новые какие-то знания, отдых увлекательный с точки зрения того, что это какие-то интересные занятия, интересные кружки. Глава города Эдхам Акбулатов обсудил с коллегами вопрос организации летнего отдыха для юных красноярцев на выездном совещании. Чтобы сделать отдых увлекательнее, администрация планирует совместить работу разных городских учреждений. Дворцы культуры, библиотеки, музеи и учреждения дополнительного образования будут активно сотрудничать. Для школьников организуют разные образовательные и творческие программы. Весь отдых, который мы сегодня услышали, он носит такой развивающий характер. И не просто вот лежание, и не просто это качественное питание детей. Это очень важно, но важно и то, что дети получат новые знания. Особое внимание в организации отдыха муниципалитет уделяет безопасности детей. Все нормы и требования будут соблюдены. Детям также обещают высокий уровень комфорта в местах отдыха. Максим Лебедев, Евгений Шестаков, 7 канал.